Крым в ближайшие дни посетит делегация французского парламента. О предстоящей поездке речь шла на сегодняшней встрече спикера Госдумы Сергея Нарышкина и депутата Национального собрания Франции Тьерри Мариани. Он отметил, что желание побывать на полуострове выразили многие его коллеги. В результате в группу вошли 12 человек. Причем, как рассказал Мариани, половина из них уже побывала в Крыму в прошлом году. На встрече особое внимание уделили борьбе с терроризмом. Сергей Нарышкин выразил соболезнования французскому народу в связи с недавними терактами. Он подчеркнул, что государства должны сплотиться в борьбе с общей угрозой. Мы призываем руководство Франции осознать, наконец, главную угрозу для безопасности нашего континента и осознать причины, которые эту угрозу породили. Они рождены за океаном, причем рождены в тех же, я бы сказал, нездоровых головах, в которых... которые изобрели сейчас вот новую концепцию сдерживания России, причем сдерживания любой ценой, в том числе и ценой предательства и попрания идеалов и ценностей олимпийского движения. Наша делегация заинтересована в том, чтобы видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Именно такой настрой позволил нам принять в Национальном собрании Франции, а затем и в Сенате, инициативу о снятии санкций с Россией. Мы понимаем, что в свете международной напряженности важно сохранять отношения между Россией и Францией.